чувствуешь эти доски, которым прибит мой труп? Мой Гавриил Белостокский, мой верный преданный друг, в плену иудейской секты, где дважды умерший Талмуд не видит Божьи рассветы, зажатый в тисках минут. Я помню, мой мальчик, помню каждый твой детский стон, и, захлебнувшись болью, падаю у икон. Господи, папа, мама, святые пророки все, и Будда, и Далай-лама, мне невыносимо висеть. Я вижу иную икону Спасителя и Царя, и на его корону льется его заря.